28 лет у Светы Рочевой не жизнь, а сплошные комплексы. Семья понукает лишним весом. Шутка ли? 121 килограмм. С мамой наша героиня на ножах. С братом и его женой отношения тоже не сахар. Света мечтает о собственной семье. Но даже сбросив 17 килограммов, она сторонится мужчин. Впрочем, сегодня встречи тет-а-тет не избежать. Алексей. Светлана. Светлана. Очень приятно, Светочка. Заниматься пришла, да? Да. Вот так вот будешь заниматься? Да. Вперед. Сегодня будет серьезная тренировка. Вперед! Быстрее, Светлана, быстрее! Работаем, работаем! Алексей Воробьев – признанный российский секс-символ. Он-то знает точно, какие женщины производят впечатление на сильный пол. Те, что умеют быть слабыми в жизни и сильными в спортзале. Первое, что ты должна понять. Женщина сама по себе прекрасна. И ты выглядишь замечательно. Но если ты вдруг решила что-то в жизни поменять, и ты четко поставила эту цель, то нужно идти до конца. Ты понимаешь, да? С этого момента зови меня «Да, капитан». Что бы я ни говорил, говоришь мне «Да, капитан». «Да, капитан». Да, и не важно, что я несу в этот момент. Просто говоришь «Да, капитан» и выполняешь. «Да, капитан». Формула эффективной тренировки, уверен актер, проста. Всего три слагаемых. Вместо разминки – энергичный танец. Непринужденная импровизация, чтобы почувствовать весь мир у твоих ног. Давай. Поехали. Теперь как Майкл Джексон. Прямо до ноги, прямо в самый низ, обратно. Вперед. Нагоняй темп. Раз, два. Пу! Еще делаешь, давай. Пу! Давай, я хочу это слышать. Пу! Не пу, а пу! Ты Майкл пу! Джексон, давай. Затем работа на пресс. Свете даже несколько подъемов даются с трудом. Недовольное выражение лица. Она готова сдаться. И тут секретное оружие звезды. В моменты отчаяния себя нужно не ругать, а хвалить, что есть мочи. И 8, ты самая сильная. И 9, ты самая красивая. И 10, нет никого лучше тебя. И 11, ты самая талантливая. И 12. В стране тебя нет никого и не будет. Давай, продолжай. 13. Давай, ты разрушишь все стены и все барьеры. Света как выжатый лимон. Но ее это ничуть не смущает. Впервые один на один с мужчиной, даже в таком виде, она чувствует себя королевой красоты. Молодец. Хорошая тренировка. Ты молодец.